В 1989 году частный детектив из Хьюстона Джо Уэст начал независимое расследование, чтобы найти истинных убийц президента Джона Ф. Кеннеди. После трех лет разочарований и тупиков, финансируемых за его собственные значительные средства, Уэст внезапно получил наводку из неожиданного источника, агента ФБР, который попросил остаться безымянной. Наводка привела Джо Уэста в тюрьму штата Джолиет к заключенному по имени Джеймса Файлз. Файлз, который отбывает срок за стрельбу в офицера полиции Иллинойса, поначалу не хотел разговаривать. Уэст медленно и тщательно налаживал отношения с Файлзом. После нескольких месяцев личных визитов и подробной переписки Файлз начал раскрывать свою причастность к убийству Джона Кеннеди. Файлз был близок к полному признанию, когда Уэст заболел и скончался в 1993 году, прошло 13 месяцев после смерти Джо Уэста. Но 22 марта 1999 года 94 сотрудника Уэста записали на видеопленку его заявление. Интервью с файлами. В интервью Файлз признался, что был одним из стрелков 22 ноября 1963 года. Он также обвиняет членов организованной преступности Чарльза Николетти, Джонни Расселли и Сэма Джанкану. В течение следующих двух разочаровывающих лет предпринимались попытки придать интервью огласке, что в конечном итоге привело к этому признанию. Сейчас мы представляем вам этот документ в неотредактированном виде, в точности так, как он был записан на пленку. Перерывы в признаниях произошли во время записи на пленку. Ничего не изменилось. Теперь мы оставляем решение по делу Джеймса. Файлса и его признание в твоих руках. Мы виноваты. Роланд. Пожалуйста, назови мне свое имя. Меня зовут Джеймс Файлз, и я сменил свое имя в основном в конце 1963 года для целей. Позволь мне перефразировать это. Я взял псевдоним Файлз в 1963 году. Мое настоящее имя Джеймс Саттон. Повтори это еще раз. Мое настоящее имя Джеймс Саттон. Но я сменил свое имя в конце 1963 года из-за того, что в то время я хотел жениться и завести семью. А как тебя теперь зовут? Сегодня я заключен в тюрьму. Меня зовут Джеймс Ф. Файлз. Я вырастил семью под этим именем Джеймс Файлз. Вы меняли свои имена по какой-либо конкретной причине. Я сменил свое имя. Я сменил свое имя по определенной причине, потому что я работал с радикальной кубинской группировкой. Извини меня! В то время мы хотели защитить мою личность, чтобы они не узнали, кем я был на самом деле когда я выйду замуж из-за моей семейной жизни. Я не хотел, чтобы кто-то мстил за то, что мы делали. И поэтому я взял другую личность, которая была предоставлена мне правительственным учреждением. Ты когда-нибудь служил в вооруженных силах? Я служил в 82-м воздушно-десантном полку. Я поступил в армию в 59 году, в 1959 году, в январе. И 10 июля 1959 года, по-моему, это было 10 июля, мы отправили корабль из Лаоса. Я служил в 82-м воздушно-десантном полку. В чем заключались некоторые из твоих обязанностей? В в то время в моей обязанности входило то, что мы работали в составе группы специальных операций для взаимодействия с лаосской армией в Лаосе. И я был там исключительно в качестве консультанта по обучению обращению со стрелковым автоматическим оружием, установке детонаторов, взрывных устройств, этих механических засад. В то время там была горстка американцев, которые работали с ополченцами Лейтациана. Как долго ты там прослужил? Я провел в Лаосе примерно 14 месяцев, прежде чем вернулся домой. Однажды ты упомянул мне, что тебе грозил военный трибунал. Не мог бы ты немного поподробнее рассказать об этом? Я действительно не хочу вдаваться в подробности этой части судебного разбирательства. Это было сделано на поле боя, но не из-за трусости. Я совершил нечто такое, из-за чего все столкнулись с армией океана. Никаких проблем. Не мог бы ты рассказать мне о том, как ты впервые оказался вовлечен в деятельность организованной преступности? Ну что же, я стал первым. Это странный способ начать, но я участвовал в гонках на серийных автомобилях и выступал на местном треке. А мистеру Николете понравилось мое вождение, и он несколько раз наблюдал за мной. И однажды он спросил меня, не хотел бы я как-нибудь вечером сесть за руль вместо него. И я пригласил его на тест-драйв его машины, которую мы только что купили, совершенно нового Форда. И он был очень доволен моим вождением. И с тех пор я стал для него чем-то вроде назначенного водителя и несколько раз ездил за ним на другой работе, которую он выполнял. Кто такой Чарльз Николетти? Чарльз Николетти в то время был одной из самых перспективных фигур в борьбе с организованной преступностью и был известен как один из местных наемных убийц. И насколько я могу судить, он был лучшим из всех, кто когда-либо существовал. На какую мафиозную семью он работал? Он был не из чикагской семьи. Кто мог быть боссом чикагской семьи? В то время это был Тони Акардо. Это было да или после? Тони Акарда передал это дело, возглавил его, а после этого пришел Джанкана. Джанкона в то время был одним из подчиненных. Думаю, можно сказать, что на тот момент он был одним из лучших лейтенантов. Дела распределялись между различными подразделениями и организованными преступлениями. Например, кто-то мог заниматься лицензией на алкоголь, кто-то занимался ростовщичеством и бронированием билетов, а также кто-то другой занимался бы контрактами на убийство по найму или чем-то в этом роде. Джеймс, где ты был 22 ноября 1963 года? 22 ноября 1963 года я был на Диле плаза. В то утро я прибыл на Дили Плаза незадолго до 10 утра. По какой причине ты там оказался? Причина моего пребывания там в тот момент заключалась в том, чтобы осмотреть местность. И я приехал туда на автомобиле и отвез несколько единиц оружия в Даллас, штат Техас. С какой целью ты это сделал? Я сделал это с единственной целью — убить Джона Ф. Кеннеди. Кто поручил тебе заняться этим делом? Расскажи мне эту историю. Вернись. Своими словами. История началась примерно за 6 месяцев до этого, когда мистер Николетти связался со мной однажды вечером, и я встретился с ним. И он проинструктировал меня, что мы собираемся заняться другом из моих. И это было больше похоже на личную шутку, потому что мне никогда не нравился Джон Фуд Кеннеди со времен канала Бифарк, который известен как залив свиней. Ты был в заливе свиней, не так ли? Нет, я не был в заливе свиней. Но я помогал обучать нескольким возможностям, которые были задействованы в заливе свиней. Когда ты говоришь помогать торговать ими, что ты имеешь в виду? Я обучил их тому, как это называется. Тогда мы называли это место хребтом аллигатора. Некоторые люди называют его безымянным ключом. Некоторые называют его хребтом ассасина. Это было в Эверглейдс, там во Флориде. И в то время мы работали исключительно с кубинцами. Мы снабжали их оружием и это оружие поступало в основном от правительства и ЦРУ. Они принимали в этом активное участие. И в то время Дэвид Этли Филлис был моим контролером. И поэтому я никогда не любил Кеннеди с тех пор, как он отказался от нас. Мы не предоставили ему огневой мощи, и я почувствовал, что нас предали. Но я это сделал. В тот момент я даже не думал о том, чтобы вообще кого-то убить в этой ситуации. Но когда Чарльз Николетти сказал мне, что мы собираемся убить моего друга, я подумал, что они имеют в виду местную вечеринку в городе. И я спросил, почему? Он сказал, что черт возьми он сделал. И он рассмеялся. Он говорит, нет, я это не он. Он говорит, что мы собираемся изобразить Джона Ф. Кеннеди президента. И я был немного шокирован первым номером, но я сказал, эй, отличное чтение. Для меня это не имеет значения. И я был готов ко всему, что он хотел сделать. А потом мы обсудили это, и он спросил меня, что я думаю о том, что Джонни Розелли будет работать с нами. И я сказал ему, эй, отлично, мне нравится Джонни, с этим нет никаких проблем. Так значит, ты знал Джона Розелли до того дня? Я знал Джона Розелли до того дня. Как ты с ним познакомился? Я встречался с Джоном Розелли в Майами и обсудил с ним несколько вопросов. И у него это получилось. Я познакомился с ним через Дэвида Этли Филлипса. А Дэвид Этли Филлипс был оперативником ЦРУ. И со временем все стали довольно хорошими друзьями, но я вырос в основном под крылом Леандрю Чака, мистера Николетти. И Чак сказал мне, что мы собираемся это сделать. Изначально мы планировали совершить убийство в Чикаго, но многим людям эта идея не понравилась. Поэтому мы перенесли съемки в другое место. Когда ты говоришь, что мы это планировали, не мог бы ты уточнить, что именно мы планировали? Ну, когда я говорю «мы», я бы просто согласился с мистером Николетти, что бы он ни сказал, я бы сделал. И когда я говорю «мы», я имею в виду, что единственное, что я делал, это просто вел машину или что-то еще, для чего я им был нужен. И мистер Николетти попросил меня тогда, в тот момент, когда мы решили не делать этого в Чикаго, и собирались переехать в Даллас, когда Джонов Кеннеди решил отправиться в Даллас. За неделю до этого я взял Шевроле 63, который у нас был на тот момент, и уехал, а на неделю раньше меня не стало. Я собрал оружие и ящик для хранения, которые у нас были, и погрузил их в машину вместе со всем, что, по моему мнению, могло нам понадобиться в разнообразном ассортименте. Я вышел и поехал в Даллас. Я держался подальше от этого места в Миските, штат Техас. И как только я добрался туда, я перезвонил мистеру Николете и уведомил его о том, что я был там и на месте происшествия. А на следующий день Лихар освел приехал в мотель, где я остановился, потому что ему сообщили мое местоположение, и он отвез меня куда-то на юго-восток. Из Мискита, где я провел тестовую стрельбу из оружия и откалибровал прицелы на все, что может понадобиться. А потом он провел там со мной несколько дней. Мы ездили по окрестностям, чтобы я не знал всех улиц и не знал, что на улицах могут быть трупы, если что-то пойдет не так, и нам придется бежать из этого района. Так значит ли Освальд проводил время с тобой? Он знал, почему ты был там, а ты знал, почему он был там? Ли Харви Освальд знал, что я был там, но я никогда не говорил ему, почему я был там. Он просто подходил и говорил нам, оставайтесь со мной и помогайте мне всем, чем сможете. Мы с Ли Харви Освальдом никогда не обсуждали убийство Джона Ф. Кеннеди. Я ни с кем не обсуждал это. Потому что в то время я не принимал никакого участия в этом убийстве. Все, что я сделал, это спустился вниз, отогнал машину, разобрал оружие, почистил оружие, откалибровал прицелы, убедился, что все функционирует должным образом. А затем ежедневно осматривал ближайшую местность вокруг плаза обратно к скоростным магистралям и другим местным магистралям, которые можно было бы использовать в качестве пункта эвакуации из Далласа в случае, если что-то пойдет не так. На тот момент я вообще не имел никакого отношения к убийству. Кроме этого, я просто выполнял свою маленькую работу, которую должен был выполнить. Не могли бы вы рассказать мне точную хронологию того, что произошло с того момента, как вы прибыли в Даллас? Вы уже сказали, что вы ходили и давали показания немного оружия и прочего. Перенеси меня, может быть, на 21 ноября, на день раньше. И просто своими словами расскажи мне, что происходило с 21 ноября 1963 года по ночь с 22 на 1963 год. Если мы вернемся к 21 ноября, то с моей стороны все было довольно хорошо организовано. Я знал местность, улицы, запомнил множество важных мест на перекрестках. Пересечение железнодорожных путей, эстакад и тому подобное. Я приготовил оружие и был готов к бою. Я установил его в машине там, где хотел. Все было откалибровано. Все боеприпасы были установлены и готовы к использованию. В ту ночь я хорошо выспался, а на следующее утро встал пораньше и отправился в отель Даллас Габана, чтобы забрать Джона Розелли. И я собираюсь сказать, что где-то около 7 часов утра, может быть в несколько минут восьмого, я заехал за Джонни Расселли. И мы поехали из Даласского кабана в Форт Уэрт, штат Техас, в Блинную, которая была у них там, недалеко от главного шоссе. И мы отправились туда, чтобы кое с кем встретиться. Я не знал, с кем он встречался, но он уже сказал мне, что Джонни Расселли сказал, что мы собираемся встретиться с человеком по имени Джек Руби, что у него есть кое-какие вещи, которые мы должны забрать. И когда мы пришли туда, Джонни Расселли сказал мне, что я собираюсь зайти и посидеть в кабинке. Он сказал, что ты подождешь и зайдешь позже. Он сказал, сядь где-нибудь в другом месте, где ты сможешь следить за моим ключом. Если что-то пойдет не так, я хочу, чтобы ты прикрыл мне зад. Так что после того, как Дженни Расселли вошла, я занял позицию за стойкой, заказал чашку кофе и стал ждать. Как раз тот самый Джен. О котором я говорил, вошел, подошел и сказал, что он знаком с Джонни Розелли. Я предположил, что они пожали друг другу руки. Они поговорили с минуту и сели вместе за столик. И они передали мне, ой, я бы сказал, конверт размером 5 на 9 дюймов, в котором на тот момент был какой-то материал. Через пару минут он встал, и они пожали друг другу руки. Он ушел. Я вышел на парковку, чтобы воздух был чистым, завел машину и подъехал к двери. Джонни Расселли вышел и сел в машину. Я никогда не встречался с Джеком Руби, никогда не здоровался и ничего подобного. Джонни Расселли сел со мной в машину, и мы отправились обратно в Даллас. Он вскрыл конверт, а там были документы, удостоверяющие личность сотрудников секретной службы. И у нас там была карта с точным маршрутом кортежа, который должен был проехать через Дили Плаза. И Джонни Росс сказал, что они внесли только одно изменение. И именно тогда он сообщил мне, что они съезжают с Мейн-стрит на Элм-стрит или там на Хьюстон. Они сделали зигзаг, маленький поворот, который им не следовало делать. Но когда они это сделали, это было единственным изменением в их поведении. Я отвез его обратно в домик в Далласе. Он поднялся наверх, а я подождал, пока мистер Николетти спустится вниз. Мистер Николетти спустился вниз, сел со мной в машину, и мы поехали в Дейли Плаза. Мы добрались до Дейли Плаза незадолго до 10 часов. И там мы припарковали машину. В то утро моросил дождь. На улице довольно прохладное утро. Я припарковал машину. Мы решили заняться техническим строительством. Мы с мистером Николетти вышли из машины и прошлись взад-вперед по всему району, который называется Дели Плаза. Мы обошли все уголки, обошли здание, осмотрели несколько разных объектов. И мы просто разговаривали, вели непринужденную беседу о том или ином предмете, о погоде и обо всем остальном. И примерно в 10 часов 30 минут мистер Николетти спросил меня, как бы я себя чувствовал, если бы поддержал его в этом деле. И он сказал мне, что я не буду стрелять, если в этом не возникнет крайней необходимости. И я сказал мистеру Николетти, «Господи, для меня было бы честью сделать все, чтобы поддержать тебя». И он спросил меня, он сказал, он сказал, где находится выход на улицу, если бы ты раньше был здесь, снаружи. Он сказал, где бы ты поставил свой шаг на Дили Плаза. И я сказал ему, я сказал, ну что же, я сказал, что осматриваю все вокруг. И судя по тому, как я ходил здесь в течение недели, я сказал, что думаю, я бы выбрал вон то место за деревом, за полузащитой на высоком гребне холма. Вот так. И он спрашивал, Почему именно там? Я сказал: Ну что же, у меня есть железнодорожная станция и запасной выход отсюда. Там у нас есть автостоянка, и у меня есть место, где я мог бы спрятать все, что мне понадобится. Я встал и могу сменить офис, чтобы работать на дорожном дворе, пока не придет время. И никто на самом деле не обратит на меня никакого внимания. И он спросил меня, а потом сказал: Как ты думаешь, где мне было бы лучше всего устроиться? Я сказал: Ну, я сказал, я думаю, что травля на свиданиях с новыми изменениями. Я сказал: Я думаю, что травля на свиданиях вон в том здании придаст мне больше уверенности. Там у тебя самое большое преимущество и он сказал, что я тоже так думаю. Так что мы отправились на прогулку, прошли через парковку у железнодорожных путей, обошли вокруг, и он, казалось, был очень доволен этим. А потом примерно в 11 часов 10 минут он спросил меня, какое оружие я бы предпочел использовать вместо этого. И я сказал ему, что хотел бы использовать огненный шар. Он спрашивает, почему, почему именно этот? Он сказал, что у тебя есть только один шанс. И я сказал, что один шанс у меня все равно будет, даже если я подожду до последнего момента. И возможно, я не выстрелю из него, и он увидит, что я ношу в портфеле, чтобы скрыть это. И никто не обратит никакого внимания на то, кто увидит, как ты уходишь оттуда. Именно это мы и сделали в тот момент. Незадолго до полудня мы вернулись к машине. Я достал портфель и вывернул куртку наизнанку. Я вернулся во двор и направился к железнодорожной станции. Я закрепил портфель, а потом вышел на задний двор и прошелся по траве, и нет, я все осмотрел. Никто не обратил на это никакого внимания. Вокруг собирались люди. И незадолго до того, как подъехал кортеж, я вернулся туда и начал занимать более выгодную позицию, чтобы иметь возможность дотянуться до Аташа Кейса, то есть портфеля. Извини меня. И я понял, что как только я открою портфель и достану оружие, на меня никто не будет смотреть. Трос двигателя начнет делать свой первый поворот, и мне не придется вынимать огненный шар из кейса риф примерно до тех пор, пока они не свернут на Элм улица там. К тому времени у меня было бы предостаточно времени. И в этот момент, когда они начали отступать по улице Вязов, сзади раздались выстрелы. И я предположил, что это был мистер Николети, потому что именно он находился в здании, и я знал, что там был Джонни Расселли. И я помню, как раздались выстрелы. И даже несмотря на то, что пули попали в президента, я считал это промахом потому что знал, что мы собирались выстрелить президенту в голову. И я знал, что он был ранен в тело, но в то время я не знал, в какую именно часть. И я увидел, как тело накренилось, и я увидел, как тело накренилось снова. Я услышал еще один выстрел, который не попал в цель, а мы должны были никого не задеть из-за Конли. Я имею в виду никого, кроме мистера Кеннеди. И я думаю, что в этот момент в губернатора Конли попала одна из пуль. А я даже не был в этом уверен, потому что изо всех сил старался держать Кеннеди в прицеле огненного шара. И когда я дошел до точки, где, как мне казалось, это будет последнее поле обстрела, я прицелился в левую часть головы, которая у меня была. Потому что если бы я подождал еще немного, Жаклин Кеннеди оказалась бы на линии огня. И меня проинструктировали, чтобы с ней ничего не случилось. И в тот момент я понял, что это мой последний шанс выстрелить, а он все еще не был ранен в голову. Так что, когда я выстрелил этим патроном, мы с мистером Николети выстрелили примерно в то же время, что и 34-й патрон, а затем все пошло наоборот. И когда я должен был бы сказать, что его снаряд попал примерно на тысячу две секунды раньше моего, возможно, именно это и начало толкать голову вперед. Из-за чего я промахнулся в левый глаз и попал в левую часть виска. И в этот момент через оптический прицел я увидел, как все, включая вещество и кожу головы, разлетелось в разные стороны от лимонов. Все, кто смотрел телевизор, видели, как Джеки Кеннеди ползла туда, чтобы достать их. И я видел, как она, держась за руку, заползла обратно в машину, положила пожарную чашу обратно в портфель и закрыла его. И я бы снял свою куртку, перевернул ее так, чтобы вместо клетчатого пиджака у меня был серый, как более или менее парадный пиджак. И я надел на голову кепку и шляпу, чтобы уйти с портфелем в руках. Как ты вышел с площади? Когда я вышел с площади, я подошел к краю чистокола. Я не спускался по ступенькам. Я пошел обратно по траве к тупиковой улице, которая заканчивается там у автостоянки. И я направился к выходу из этого Хьюстона, пересек Хьюстон и остановился на одной из парковок для свиданий. А когда я сел в машину, мистер Николетти уже сидел в ней, как и Джонни Расселли. Я сел в машину и уехал. Что случилось с гильзой, из которой ты выстрелил в Джона Кеннеди? Гильза, из которой я выстрелил в Джона Кеннеди, когда вынимал ее из оружия, это один из тех моментов, когда ты чувствуешь себя выше всего остального. И, наверное, я был немного самоуверен со всем этим. Я взял гильзу и положил ее в рот, пока вставлял в нее другой патрон, прежде чем положить его в футляр. И когда я собрался уходить, я взял гильзу и прикусил ее, чтобы оставить на ней следы зубов. А затем я установил гильзу в качестве символа прямо на вершине приземистого забора, чего я знаю, мне никогда не следовало делать, но я сделал это. И на протяжении многих лет, благодаря другим людям, я оставлял определенные знаки на этом пути. Но корпус был моим. На нем были следы зубов, и никто не знал, что здесь были следы его зубов. До недавнего времени, в 1994 году. И они только что провели экспертизу, чтобы выяснить, что это были следы зубов на вот так. Но я оставил это более или менее в качестве подписи на своей визитной карточке. Ты занимаешься торговлей? Можно сказать, что это моя профессия. Как Джон Рассел и Чарльз Николетти попали в здание Далтекс? Этого я не могу сказать, но я бы предположил, что они вошли через парадную дверь, а у нас была боковая дверь, через которую они должны были выйти. И я припарковал там этот шевроле бордового цвета, 63 номер, который я купил. Был за рулем. Я припарковал его вон там на стоянке. Но когда они вошли в здание для свиданий, меня там не было. В тот момент я был на месте и возвращался на железнодорожную станцию. Ты уверен, что они были в том здании, где назначена дата? Я уверен в этом, потому что у меня там была автостоянка. Они собирались выйти через дверь и положить свое оружие. Ну что же, у Джонни Расселли не было никакого оружия. Чарльз Николети был тем, кто принес туда винтовку. И она была надежно закреплена. И он положил ее обратно в багажник автомобиля. Я знал, что она была в багажнике. Потому что она все еще была там, когда я доставал мотор. Я достал ее, потому что по плану он должен был вернуться и положить свою в багажник. Если бы у меня был портфель, я бы засунул его под руль. На заднем сиденье сидел Джон Расселли. Чарльз Николети сидел на правом переднем пассажирском сиденье. Я открыл дверцу Шевроле, сел за руль и уехал. Выезжая с парковки, я повернул направо на Хьюстон-стрит. Куда ты направился после этого? И после этого я поехал. Я точно не помню, сколько кварталов я прошел вперед. Но я прошел, может быть, пять или шесть кварталов до главной улицы. Я повернул налево, проехал еще несколько кварталов по скоростной автомагистрали, где был перекресток и подземный переход. У них там была заправочная станция. Там их ждала еще одна машина. Они вышли из машины, в которой сидел я, они пересекли парковку пешком. Я так и не увидел, в какую сторону они направились. Я свернул оттуда, повернул направо и направился обратно в Мескит. Я вернулся в отель, заехал на стоянку, припарковал там свою машину, закрепил ее, пошел в комнату, которую я уже снял и в которой прожил всю неделю. В этот момент я пошел в уборную, чтобы раздеться и принять душ. Я использовал горячий воск, чтобы удалить остатки смолы и спор кожи. И когда я закончил с деталями, которые мне нужно было сделать, я дождался наступления сумерек, темного времени суток. Затем я вышел, убрал все чехлы для оружия, которые были сложены обратно в машину, отнес все в отделение, почистил их, все закрепил. А позже, после полуночи, когда не было никакой активности, они вернулись на улицу. Я отодвинул заднее сиденье в машине и положил оружие обратно за сиденье, где ему и полагалось быть, где у нас было для него отделение. Я вернулся в машину и заснул, дождавшись раз. Света. А потом я поехал оттуда обратно в южную часть Иллинойса. Я был там в 1966 году и остался там на ночь, а на следующий день проделал остаток пути до Чикаго, потому что в самом начале меня ударили. Когда я ехал в Техас, я старался не садиться за руль ночью, чтобы меня не останавливали полицейские, не превышать скорость и передвигаться только в светлое время суток. Тогда не возникало бы никаких вопросов, а я всегда хорошо выполнял приказы. И я использовал ту же процедуру, возвращаясь домой. Просто остановись на секунду. С этими людьми, которые были здесь в самом начале, я ничего не мог поделать. Они все были против меня, потому что застрелили полицейского. И я доберусь до нее вместе с ним, хорошо? Роланд,

Ну что же, деньги, которые я получил за ту работу в Далласе, я никогда не просил в конкретной сумме. Я даже никогда не просил никаких денег. Для меня было честью работать с мистером Николетти. Но вскоре, после этого, я получил 30 долларов с нулевым результатом. Я помню, что прошло 2-3 недели, а может быть даже месяц, прежде чем я встретил его. Однажды вечером он дал мне конверт. И я спросил его: для чего это? И он сказал, что это для тех, кто живет в Техасе. Он сказал, что ты отлично справился. Единственное, что он сделал, это раскритиковал меня однажды. Он спросил меня, говорит он, когда я в тот день вышел из Элеплаза и сел с ним в машину, он сказал, не надо. Тебе кажется, ты слишком остро отреагировал. И это просто так, что ты имеешь в виду. Он говорит, что, возможно, ты стрелял слишком быстро. Потому что я знаю, что они не хотели, чтобы выстрел пришелся спереди. Они пытались нанести удар сзади. И в тот момент я сказал им, что это мой последний шанс на этот вариант. Я сказал, что если я не выстрелю в этот момент, то не смогу выстрелить, не подвергнув опасности Джеки. В записках Джимми и Джоэста. А также в записях интервью Дона Ирвинга с вами и в том, что вы рассказали мне ранее, вы сказали, что получили. 1515. Вы только что сказали 30. Я только что сказал 30. Сколько ты получил? В сумме получилось 30. Я не хотел этого видеть. Я говорю тебе правду, я получил 30 баллов в первой части. Я сократил их вдвое с начала 2015 -го года, потому что тогда было ужасно много денег, и я действительно не думал, что это так уж важно. И на самом деле я не планировал рассказывать, какие деньги я на это получил, пока не поговорил об этом с Джо. Но общая сумма составила 30 долларов. Все в порядке. Я просто хочу внести ясность. Сейчас я все проясняю. Мы просто играли. Все различия, о которых ты когда-либо говорил мне, были именно там. Ну, в самом начале я сказал 15, потому что не думал, что сумма имеет такое уж большое значение. Но так как мы играли в честную игру со Всем остальным, и я отдал тебе все, что у меня есть. Я не собираюсь возвращаться к этой части. Я просто назову тебе реальную цифру, и так оно и было. И я никогда не получал ни больше, ни меньше. Следующие деньги, которые я получил после этого, были за что-то еще, что мы сделали. Но как я уже сказал, насколько я знаю, именно эти деньги я получил для Далласа, когда он дал мне тот конверт. Поскольку я никогда не брал чеки, он давал мне наличные, и обычно я получал от него деньги раз в две недели только для местной работы в городе. Когда ты впервые познакомился с Ли Харви Освальдом? Извини меня, я впервые встретил Ли Харви Освальда и... Боже, Тогда в начале 63-го мы занимались продажей оружия. Я думаю, что это был 63-й год. Мы продавали оружие там, когда я впервые встретил его. Я познакомился с ним через Дэвида Этли Филлипса или Харви Аслина. На тот момент мы никогда не были друзьями или что-то в этом роде. Мы стали еще большими друзьями и теперь можем быть вместе. Но я встретил его там в Новом Орлеане и за его пределами в маленьком городке, который, кажется, назывался Клинтон. Но я разобрал несколько полуавтоматических пистолетов. У меня есть отрыжка 45-го калибра. По-моему, в то время они производились фирмой Knoxville Arms. Правильно ли я понимаю, что Ли Харви Освальд работал на ЦРУ? У Ли Харви Освальда был тот же самый контролер, что и у меня. Дэвид Элли Филлис и Дэвид Филлипс познакомили меня с ним. И это значит, что ты тоже работал на ЦРУ? Да, я был связан с ЦРУ. Можешь ли ты рассказать о чем-нибудь из этого? Я не хочу связываться с ЦРУ. И я думаю, что некоторые из людей, с которыми ты имел дело, недавно нашли подтверждение тому, что я тебе сказал, благодаря их знаниям и тому, что они узнали о ЦРУ. Но я не хочу трогать базу или возвращаться к работе в штате, потому что там не так много всего остального. Имело ли ЦРУ какое-либо отношение к тому, что произошло в Далласе в 1963 году? Извини меня, у кого-то из сотрудников ЦРУ в правительственных организациях была тяжелая рука, потому что они выдавали удостоверения секретной службы разным людям. Я не знаю, кто ими пользовался, но я видел эти удостоверения в тот день и в то утро, когда было совершено убийство. Но Дэвид Этли Филлипс подарил мне огненный шар Ремингтон в то время, но не специально для Кеннеди. Он подарил мне это оружие, и оно использовалось до убийства Джона Ф. Кеннеди, когда мы выполняли какую-то другую работу. И я использовал его. Я думаю, что это был третий раз для Кеннеди. И он был бы третьим, если бы его использовали несколько раз. С тех пор. Но в тот момент я знал, что многие люди, которые видели его, знали, что Кеннеди будет убит. Но планировали ли они это? Отдавали ли они приказ или нет? Я понятия не имею, кто отдал приказ о его убийстве. Когда ты был на Денни Плаза, видел ли ты там других людей, которых ты узнал, которые могли быть связаны с мафией или ЦРУ? Да, я видел. Я видел Фрэнка Стерджиса, и в какой-то момент я собираюсь сказать, что он был, вероятно, не более чем в 40-50 футах от меня. И снова позже, когда я посмотрел на него, находясь дальше от двора, я был примерно в 40 ярдах, может быть в 35 ярдах, и снова скаут, я увидел его. Он все еще был там во время убийства, и я тоже наблюдал за ним через трехкратный оптический прицел. Я оглядел толпу, чтобы убедиться, что он все еще там, и он был там. Ты еще кого-нибудь узнал? Ты сказал мне, что однажды это было похоже на неделю старого дома. Извини, не могли бы мы сократить? Конечно. Ты видел там еще кого-нибудь, кого узнал бы? Да, Юджин Брейден, он был там. Некоторые люди называли его Джеймсом Брейденом, но я знал его как Юджина Брейдена. Почему он был там? Папа, я понятия не имею. Я никогда не разговаривал с этим человеком, никогда ничего с ним не обсуждал. Но я знаю, что он был там с Джонни Розелли и Чарльзом Николетти. Потому что в то утро он был в Даллас Кабана и стоял у входа, разговаривая с Джоном Розелли, моим попутчиком на Шевроле. Почему Стерджис был там? Я понятия не имею. Я никогда ничего не обсуждал со Стерджисом но я знал его очень хорошо и знаю, что это был он. Ты когда-нибудь видел Стерджиса с Николетой Розелли, или он каким-либо образом участвовал в планировании? Насколько я знаю, Фрэнк Стерджис не принимал никакого участия в планировании, и я никогда не видел, чтобы он разговаривал с мистером Николетти или Джоном Розелли в то утро. Хотя Стерджис не был знаком с Джоном Розелли, но насколько мне известно, в то утро они не были вместе. Джимми, ты знал, что Ли Харви Освальд был на том шестом этаже? Нет, я не знал, что он находится на шестом этаже. Ты должен это сказать. Я не был знаком с Ли Харви. Я не знал, что Ли Харви Освальд был на шестом этаже книгохранилища в то утро. Я даже не был уверен, что он был в здании или где-то поблизости, потому что в тот день я не видел Ли Харви Освела. Николетти или Розелли когда-нибудь говорили тебе, что Освальд был частью хита, цитирую без кавычек. Чак сказал мне, что Ли Харви Освелл собирался показать мне местность внизу, и именно поэтому он приехал сюда. Кто-то связался с Ли Харви Освальдом и сказал ему, где я нахожусь, в отеле Мескит, вон там, в Меските. И он появился там на второй день моего пребывания в городе. Но, как я уже сказал, мы с Ли Харви Ослином никогда ничего не обсуждали по поводу убийства, хотя я предполагаю, что мы оба знали, что происходит, но никогда не обсуждали это. Ты можешь мне что-нибудь рассказать о смерти офицера Джейди Типпета? Я не хочу касаться этой темы. У меня нет никаких комментариев по этому поводу. Ты знаешь, кто его убил? Да, я знаю. Этот человек все еще жив. Человек, убивший Ти Джея Тибета, все еще жив. Он был жив три года назад. Я не разговаривал с ним последние три года. Но Ли Харви также не убивал Ти Джея Тибета. Потому что человек, убивший полицейского, в тот день зашел ко мне в отель и сказал, что сегодня все пошло наперекосяк. Сказал он, и я убил полицейского. И мое замечание на это было таким, ну что же, ты сделал то, что должен был сделать. И вскоре после этого он ушел. Так что в команде был еще один человек, который был частью команды, кроме тебя. Человек, о котором я говорю, и я сам не были частью команды по убийству Джона Ф. Кеннеди. Насколько я знаю, его задачей было бы убить харви Освальда. Насколько я понял, не задавая никаких прямых вопросов. Потому что я не хотел знать, что именно кто-нибудь еще этим занимался. Все, что я хотел знать, это в чем заключалось мое задание, что я должен был делать. И чем меньше я знаю о других людях, тем лучше для меня. Потому что я не хотел, чтобы очень много людей знали, кто я такой и чем занимаюсь. А ты бы знал, кто мог отдать ему приказ убить офицера? Нет, я бы этого не сделал, потому что этот контракт был бы получен из другого источника. Ты видел Джека Руби на площади в тот день? Да, Джек Руби был на площади в тот день. Где он был? В какой-то момент он стоял на той же стороне, спиной ко мне, на поросшем травой холме недалеко от тротуара. Но я не наблюдал за другими людьми. Согласно плану на день я осматривал толпу. Я увидел всего несколько лиц, но постепенно сосредоточился. В те несколько мгновений, когда мне нужно было прицелиться, я был сосредоточен на главной цели. И когда с этим было покончено, я не оглядывался назад, чтобы увидеть, кто приближается или кто бежит. И я помню, когда раздались выстрелы и все было кончено. Никто, никто не отреагировал немедленно. Мне все равно, насколько быстро действовала полиция. Люди были остановлены, они были ошеломлены, в том числе и офицеры полиции. А что касается полицейских на мотоциклах, которые их увезли, я бы сказал, что прошло около 10 секунд, прежде чем они вообще отреагировали на происходящее. Такое ощущение, что все ждали, что кто-то скажет им, что делать. И в этот момент я начал уходить. Неподалеку от того места, где я находился, было несколько человек. Я собираюсь сказать, что они находились примерно в 15 ярдах передо мной, близко к краю забора, где я находился. И примерно в 15 футах от его конца. Когда я уходил, по траве бежали полицейские и другие люди. Я знаю, что эти двое мужчин заставляли людей возвращаться. Кто они были, я не знаю. Я даже не потрудился обернуться и посмотреть назад. Я продолжал идти прочь. Ты заметил мужчину, одетого в костюм и галстук? И, по-моему, у него была шляпа с фотоаппаратом на перголе? Нет, я его не заметил. Я говорю о вербовщике Абрахама. Да, я его не заметил. Я все еще шел пешком. Но если бы я увидел, что кто-то фотографирует меня в этот момент, я не понимаю, какой была бы моя реакция. Я знаю, что если бы я это сделал, то убрал бы огненный шар подальше. Я знаю, что у меня в кармане с левой стороны лежал холодный 45-й калибр. Мой портфель был у меня в правой руке. А я уже приготовился снимать там свою паутину. Вот к чему все свелось. Там была твоя фотография за забором, сделанная Мэри Мормон с противоположной стороны улицы. Ты, наверное, не мог ее видеть. Тебя это удивляет? Да, это удивило меня, потому что я действительно полагал, что все, у кого были камеры, были направлены на кортеж. Потому что, когда я вытащил свое оружие из портфеля, в этот момент никто не стоял внизу и не смотрел на меня. Все ждали, когда Кортеж проедет поворот, чтобы проехать через него. И все были взволнованы, и шум, и люди перешептывались. В этот момент шум становится громче. И, как я уже сказал, за ними никто не смотрит. Даже сотрудники службы безопасности и полиции, которые находятся в толпе, никто не смотрит по сторонам, никто не смотрит на крыши, никто не смотрит в окна, которые я вижу. Все внимание сосредоточено исключительно на кабеле двигателя. У меня есть фотография каждого, кто стоит за забором. Ты когда-нибудь дашь мне на ней автограф? Когда-нибудь? Хорошо. Но не сейчас. Я понимаю. Я должен был спросить тебя об этом. Хорошо. Какой тип снаряда был в огненном шаре, который ты обнаружил? Не мог бы ты рассказать мне об этом огненном шаре? Огненный шар был спроектирован в начале 61-го года, изготовлен и продолжает производиться. Несколько серийных моделей были выпущены в 61-м и 62-м годах, но ствол был слишком тонким, и они продолжали взрываться прямо на нас. И в конце концов они переделали ствол из более тяжелого материала. И изначально калибр был изменен с 221 на 222, что означает не что иное, как А. Гильза 22 калибра была увеличена и расширена для увеличения скорости. А что если бы стреляли из 221 калибра, и она называлась огненный шар Ремингтона XP-2100, но для этого потребовалась гильза 222 калибра? И это однозарядный пистолет, на который установлен оптический прицел. И это пистолет, который на самом деле намного опередил свое время. Если ты раньше видел такой пистолет, я не знаю, собирались ли они показать тебе его фотографию или нет, но это очень красивый пистолет. И один из самых элитных пистолетов, которые, как мне кажется, когда-либо производились. Хотя многим из ваших людей нравятся магнумы калибра 44 и все остальное в калибре 357, на данный момент я предпочитаю меньший калибр или что-то в этом роде. Потому что на расстоянии 100 ярдов пистолет очень эффективен. Потому что большинство людей считают, что пистолет годится только для стрельбы на 30-40 футов и что-то такое, что можно использовать в помещении. Но Remington Фаербол это скорее модифицированная нарезная винтовка. Она стреляет обычными патронами? Калибр 222. Это калибр 222. Он намного длиннее, чем обычный калибр 222. Или извините, он намного длиннее, чем обычный калибр 222. 22 патрона, которые вы вкладываете в пистолет. Винтовка 22 калибра. И это специальная гильза, и вы не сможете выстрелить из нее через А. Винтовка 22 калибра. Она 22 калибра. Но теперь поправьте меня, если я ошибаюсь. Ленточный огненный шар Speed 100 будет стрелять как из 220 калибра, так и из 220 калибра. 222. -й. Да, так и будет. Но для стрельбы требуется какая-то модификация. 222. Что именно для этого требуется? Ствол нужно было укрепить. Если бы ствол не был укреплен, он мог бы взорваться прямо у тебя перед носом. А ты стрелял из обычного пистолета Шаледата? Это был какой-то заряженный или модифицированный снаряд, или нет? Я стрелял из 222 калибра с ртутным зарядом внутри. Мы использовали ртутный заряд. 222 калибр предназначен для дробления. Но в то время многие люди этого не понимали, потому что пистолет все еще был ранее уменьшенной моделью и не поступал в продажу широкой публики до 1963 -го года. Но у 222 калибра была привычка рикошетить, если он попадал в цель. Прямого попадания не было. И мы не могли допустить, чтобы что-то ударило рикошетом. Вот почему в то время мой друг Готовил для меня специальные патроны, и я взял с собой 6 патронов. И куда бы ты ни попал, если у тебя какая-то костная структура, пуля может раздробиться и взорваться. Пуля пролетит со скоростью примерно 3,1 фута на второй, что означает, что произойдет проникновение, а затем взрыв без ртутного заряда, а я не получил прямого попадания, есть большая вероятность, что пуля срикошетит, и у меня не будет времени перезарядить и выстрелить из пистолета. Второй выстрел. Кто отдал тебе приказ застрелить Джона Ф. Кеннеди? Чарльз Николетти был убит в то утро 30 числа. И мы не знали, собираюсь ли я стрелять в них или нет. Я был всего лишь его дублером на случай, если что-то пойдет не так или они промахнутся. Ты не знаешь, где мистер Николетти получал свои приказы? Он получал их от Сэма Джанкона. У тебя есть какие-нибудь предположения, где мистер Николетти получал свои приказы? И получал ли он вообще какой-либо приказ? Я бы вообще ничего об этом не знал. А Тони Рикардо мог быть замешан в этом деле? Если бы Сэм Джин что-то раздавал, я бы сказал, что да, мистер Тони Рикардо должен был быть замешан. А кто-нибудь из других семей был бы вовлечен в это дело? Или у тебя есть какой-нибудь способ узнать об этом? У меня нет возможности узнать. Но я не верю, что мистер Джин Канол мог бы создать что-то подобное самостоятельно. Так что информация должна была исходить от кого-то, кто обращался к этим людям. Я ничего не знаю. Я мог только вернуться к тому моменту, когда мистер Николетти, Джонни Расселли и я сам были в тот момент в курсе. Или Харви Аслин со своей стороны показывал мне окрестности, давая понять, что там есть основные дороги и где я мог бы выйти и проверить наличие оружия. Кто-нибудь заплатил тебе деньги за это интервью? Никто не платил мне денег за это интервью, и я ни о чем не просил. Зачем ты все это рассказываешь? Почему ты рассказываешь об этом спустя 30 лет? В самом начале этого мистер Джо Уэст напал на мой след, пришел ко мне и написал мне. 1 числа он написал мне письмо. Я отрицал, что что-либо знал об этом. Я сказал ему, что он перепутал меня с кем-то другим. И они звонили в больницу. Однажды, когда я был в гостях, пришел психолог и попросил меня позвонить кому-нибудь по телефону. Я сказал им, что нахожусь здесь 365 дней в году, поэтому не беспокойте меня, пока я в гостях. Они могут поговорить со мной в другой раз, или вы можете поговорить со мной в любое время, когда захотите, потому что я здесь заперт. А на следующий день они пришли, вытащили меня из камеры и сказали, что хотят, чтобы я позвонил мистеру Уэсту. И в этот момент я позвонил мистеру Уэсту и сказал ему, мистер Уэст, у вас есть примерно три минуты, чтобы убедить меня, почему я должен стоить даже поговорить с тобой. Это именно то, что ты сказал. И это были именно мои слова. Я слышал дату. Мистер Уэст заговорил со мной по телефону и начал затрагивать личные вопросы. И все телефонные разговоры в тюрьме записываются. И я сказал ему, я сказал, прекрати. Я сказал, мистер Уэст, если вы хотите увидеть меня или поговорить со мной, приходите ко мне. Я больше не хочу разговаривать по телефону. Поэтому мистер Уэст сразу же приехал навестить меня. На первый день мы с ним сидели и разговаривали в основном о погоде, спорте и многих других вещах потому что я отказался обсуждать с ним убийство Кеннеди. Он вернулся на второй день. Я почувствовал себя с ним более комфортно, и он объяснил мне, что добивается возобновления дела и передачи его в суд, что ему нужно тело Джона Кеннеди. У него есть ходатайство об эксгумации тела. И он хотел, чтобы меня вызвали в суд для дачи показаний, если он сможет добиться судебного разбирательства или возобновления дела. Извини меня. Хороший перерыв. Я вот-вот умру. Да? Все в порядке. На данный момент я сказал ему, что если он сможет добиться для меня иммунитета, я не могу говорить об этом по той простой причине, что мне будут предъявлены уголовные обвинения. И он сказал мне, что у него отличный адвокат, и что они сделают, так это попытаются, чтобы добиться для меня иммунитета, чтобы я мог прийти и поговорить, если меня вызовут в суд. И в этот момент мы сказали, что поговорили некоторое время, и в конце концов я согласился, что дам показания и выйду вперед, если они предоставят мне иммунитет. Все пошло не так, как планировалось, и я не знаю, как сказать многое из этого, но правительство пошло в обход закона. И у нас были настоящие вечеринки. Они пришли навестить меня, и у нас возникла ситуация, о которой я не хочу сейчас распространяться. И моя жизнь уже подверглась угрозе из-за всего этого бардака, и я передаю эту запись прямо сейчас. И я не хочу, чтобы меня опознали в данный момент, но я не выступаю ни по каким патриотическим мотивам. Но я заявляю об этом только из-за самого мистера Джо Уэста. Кто тебе угрожал? Джим? Мне угрожали как со стороны организованной преступности, так и со стороны правительства. Можешь ли ты назвать людей из правительства, которым ты угрожал? Я бы не стал этого делать, потому что я никогда в жизни никого не бросал и не собираюсь начинать сейчас. Если они хотят меня убить, то я должен смириться с судьбой, которая за этим последует. Но в данный момент я не буду указывать пальцем ни на кого или что-либо подобное. К тебе приезжали сотрудники ФБР? Да, ко мне приезжали сотрудники ФБР. И ФБР пыталась дискредитировать меня по многим вопросам. Но у людей, с которыми ты общался, есть кое-что. И я дал тебе информацию, чтобы никого не сажать в тюрьму. Я дал тебе информацию о специальных операциях. Это было проведено правительством, о чем никто не мог знать, кроме самого агентства. И я верю, что вы помогли мне разобраться в нескольких аспектах моей истории. Знаете ли вы что-нибудь о смерти Дэвида Ферри? Да, я знаю, но в данный момент я не хочу это обсуждать. Ты знаешь, что ты наделал, проснувшись около шести. Ты еще маленький. В какую сторону ты хочешь пойти? Поверни налево. У меня перехватывает дыхание. Не двигайся так. Если можно, в самом конце. Вот так. Просто оставайся здесь подольше. Когда мы начнем разговаривать? Когда мы начинаем говорить о смерти людей, мы начинаем говорить об убийстве, и мы говорим о преступлении, у которого нет срока давности. И пока у меня нет иммунитета, я мало что могу сказать о Дэвиде Ферри и паре других участников, которых я знаю. Меня об этом спрашивали. Очевидно, ты знаешь, что нужно убить Дэвида Ферье? Очевидно, что да, я действительно знаю, кто убил Дэвида Ферри. Он умер от нескольких кровоизлияний в мозг. Но эти несколько кровоизлияний в мозг были вызваны определенным образом. И если бы они провели обследование, то обнаружили бы это. И я уже указывал в какой-то момент, когда разрыв ткани привел к сферическому кровоизлиянию в мозг. И я ждал, пока кто-нибудь должен это подтвердить. Я работаю. Какие у тебя на самом деле внутренние чувства по поводу всего этого, как у человека? Как у человека, я просто хочу, чтобы все забыли обо мне, оставили все это позади. Мне жаль, что кто-то когда-либо связался со мной или узнал, кто я такой и в чем заключалось мое участие. Почему ты открылся Джо Уэсту? Джо Уэст, именно такой человек. Тебе нужно встретиться с ним и поговорить, чтобы по-настоящему понять человека. Но он тот, кто тебе нравится, кого ты уважаешь, и ты готов сделать все возможное, чтобы помочь ему. И я дал мистеру Уэсту больше, чем когда-либо давал кому-либо еще в своей жизни. И почему же? Я действительно не понимаю, за исключением того, что он именно такой человек. В нем есть какой-то магнетизм. Джо Уэст ⁇ великий человек. Я был знаком с ним совсем недолго. Но за то время, что я его знаю, мне казалось, что я знал его всю свою жизнь. И в моей жизни было только двое мужчин, которыми я по-настоящему дорожил. И одним из них был мистер Николетти, а другой мужчина все еще жив. И я не могу называть его по имени. Но ему уже за 80. Но он замечательный человек. И я бы сделал все, о чем бы не попросил меня любой из этих людей. И когда я говорю что угодно, я имею в виду все, что угодно. Испытываешь ли ты какие-либо угрызения совести по поводу того, что произошло в Далласе в ноябре 1963 -го года? Я начал испытывать угрызения совести за то, что было сделано так давно. И в то время все считали это правильным. А если мне кто-то не нравился, как я мог испытывать угрызение совести по отношению к кому-то, кто им не нравился? Значит, лично ты считал, что мистера Кеннеди следовало убрать? Ой, чувствовал это с самого начала. Но мои доводы были именно из-за залива свиней, а не из-за того, что я и многие другие кубинцы чувствовали то же самое. Потому что мы чувствовали себя преданными Джоном Кеннеди? Джоном в Кеннеди. Нас ждали десантники. У нас были наготове боевые машины, но они не получили никакой поддержки. Их просто перебили. Они попали в тюрьму, они попали в плен, их убили, их наказали, их пытали. Это потому, что мистер Кеннеди не захотел. Президент не дал своего слова уйти. И все, что ему нужно было сделать, это дать разрешение. И все это было связано с кубинской сделкой. Это было наше дело, но он отнял его у нас. У него была власть сказать да или нет, и он сказал нет. Он справился с этим. Ты когда-нибудь знал человека по имени Ричард Хелмс? Да, я это сделал. Он заместитель директора ЦРУ. Ты когда-нибудь знал человека по имени Алан Даллис? Я никогда не был знаком с ним. Я знал, кто он такой, но никогда не встречался с ним лично. Ты когда-нибудь был знаком с Антонио Вициани? Да, это так. Я все еще мог бы быть им, если бы был моим хорошим другом. И насколько мне известно, Антонио Визиано не был причастен к убийству Джона Ф. Кеннеди. Я не знаю, знал он об этом или нет, но я знаю, что он был тесно связан с ЦРУ и многими их операциями. С определенными группами в старой белой руке на протяжении всего пути через Альфа-66 к различным группам, которые у нас были. А мистер, он был замешан в этом деле. Мистер Хемс знал об этих организациях, но мистер Хемс не давал мне никаких прямых указаний. Все мои указания исходили от Дэвида Этли Филлипса, потому что Дэвид Этли Филлипс был моим контролером. Я понимаю, что это серьезный вопрос, и я знаю, что ты уже однажды на него ответил, но я просто хочу попытаться ответить, чтобы понять это. Есть ли у тебя какие-либо сведения об участии ЦРУ в покушении на Кеннеди? ЦРУ ни разу не сообщало мне, что они собираются убить Кеннеди. Я никогда не слышал об этом ни от Дэвида Этли Филлипса, ни от кого-либо еще. Ты знаешь, как Чарльз Николетти попал в Даллас? Я не знаю, как Чарльз Николетти попал туда, за исключением того, что летал на коммерческих авиалиниях. Джонни Расселли летал, и я точно знаю, что именно на этой авиакомпании, потому что он мне сказал. А что это за авиакомпания? Я знаю, что это за авиакомпания. Военно-воздушная служба. Военно-воздушная транспортная служба МЭТа это то, что она собой представляет. Ну что же, мы называем ее МЭТ. Не мог бы ты рассказать мне об этом подробнее, Джонни? Джонни Росселли в то утро, как когда мы собирались в Форт Уэрт, он сказал мне, что был в Вашингтоне. Я был в Вашингтоне вчера. Он сказал, что мне повезло. Я спросил, что значит повезло. Он сказал, я поймал спичку, и она вылетела наружу. Ну что же, для тех, кто не разбирается в спичках, это военно-воздушная транспортная служба. На нем летали военные. И предположительно, как я уже сказал, я не знаю, кто управлял самолетом. Джонни сказал мне, что он был на борту, но он сказал, что его доставила ЦРУ. Он сказал, что они прилетели туда самолетом. И по сути, это все, о чем я знаю. И независимо от того, летели они туда рейсом или нет, я не знаю, что это был за рейс. Я никогда об этом не знал. И я никогда не спрашивал людей. Что они делают, или где они были, или о чем-либо еще. Я всю свою жизнь верил в тишину. Я верю в то, что нужно не знать, что делает другой человек. Если ты делаешь что-то не так, не приходи и не рассказывай мне, что ты делаешь, потому что я не хочу знать. Вдруг у тебя потом возникнут проблемы. Именно так я и живу здесь в тюрьме. Ко мне приходят заключенные и говорят: у нас все впереди, мы должны подумать. Я говорю им: чувак, я так не думаю. Я не хочу ничего знать об этом. Я не хочу знать, что ты делаешь. Не говори мне, потому что, если тебя настучат, я не буду знать, что ты думаешь обо мне. Я припоминаю, что ты упомянул что нельзя делать паузу. Это вторая вода. Все в порядке. Я собираюсь спросить тебя об этой упаковке. Ты знаешь, как я выиграл? В любое время, когда ты будешь готов. Расскажи мне своими словами упаковки, которую мистер Николетти дал тебе после этого. Спустя много-много лет у нас возникла небольшая проблема. У нас возникали разные проблемы. И у нас был сенатский комитет по разведке, который перезванивал людям, комиссия Уоррена, все были вовлечены во множество дел, и мы получаем много помех. И на тот момент я держал себя совершенно устаревшим, местным, в стороне от основных событий, в центре внимания. Единственными двумя людьми, которые точно знали, что я был в диле Плаза в тот день, были Джонни Розелли и Чарльз Николетти. Как ты думаешь, почему это так? Ну что же, мы никогда не рассказывали людям о том, что мы сделали. Если бы мы пошли дальше, мы бы что-то сделали, или мы кого-то пристукнули, или нанесли удар по ним. Называйте это как хотите. Но мы не сидели в таверне и не хвастались этим. И мы не опускались до того, чтобы сходим в местный ресторан и поговорим о том, что мы сделали. Насколько Сэмон Кун знал, Чарльз Николетти был тем человеком, который стрелял. Это все, что он знал. Он знал, что он был там. А знал ли он, что там был Джонни Расселли или нет, я не знаю. Но я бы сказал, что да, он знал, что Джонни Расселли был там. Начни это предложение с того единственного единственного, что знали Сэм Джи и Конан. Насколько я знаю, единственное, что знали Сэм Джи и Конан в тот день для Дели Плеза, это роль Чарльза Николетти и Джонни Розелли. Потому что Сэм Джанкона никогда не обсуждал это со мной. Только Чарльз Николетти и Джонни Розелли, и я признаем это. Потому что мы держались очень тесного круга и всегда чувствовали. Чем меньше людей знают, тем нам лучше, тем мы в большей безопасности. Шли годы, и по-моему в июне 1975 года Сэм Джанкона был убит. Он был убит в своем доме в 1975-м. Джеральд Николетти, извините, следующим был Джонни Рассель. Он был убит, кажется, я не помню точную дату. Но я знаю, что это было в сентябре 76 -го. И Чарльз Николетти, я помню, что встречаться, потому что мы с ним были очень-очень близки, и он не должен был уходить в тот вечер, если меня не было с ним. Но он был убит в ресторане в западном пригороде Чикаго, в местечке под названием Золотые Рога. И там же его казнили в ту ночь. Это было 29 марта 1977 года. Знаешь ли ты что-нибудь о том, что случилось с теми людьми, которые, возможно, сделали из меня инженера? Так кто же убил этих людей? Я не знаю, кто на самом деле был тем человеком, который убил Дженни Розелли или Джеральда Николетти, но в ту ночь, когда был убит Сэм Джанкона. Я знаю, что Джонни Розелли был в ту ночь, я был в городе. Я знаю, что они с Сэмом Джанконой были очень близки. И я подумал, что он, вероятно, был единственным, кто мог попасть в его дом в то время, когда Сэм его впустит. Но сказать, что именно он убил его, я не могу, потому что на самом деле не знаю. Но мне никогда в этом не признавались. Но я знаю, что Сэм уехал, или простите, Джонни уехал и вернулся в Майами. Но в любом случае после смерти Сэма умер и Джонни. Я не знал, кто убил Чарльза Николети. А если бы я знал, я бы сам отправился за ними. Так что мне это так и не стало известно. Но прямо перед тем, как был убит Чак, мы знали, что возникла проблема, и я постоянно ездил с ним верхом и оставался в его дружеское общение. Более или менее, это его телохранитель, который следит за всеми, с кем мы встречаемся. А я обычно ношу с собой 240 пятерок. И я держу на коленях ветровку, на которой лежат пистолеты, и держу руку на каждом из них. И мы были очень-очень осторожны. Примерно за две недели до своей смерти он дал мне сверток и сказал «Убери это», — говорит он. Он сказал, что когда-нибудь тебе это может понадобиться. Он сказал, что возможно найдутся люди, которые будут искать это. Он говорит, не дай этому попасть не в те руки. Ну что же, я взял посылку, завернул ее в марлю, обернул полиэтиленом и положил маленькую металлическую коробочку, вышел и закопал ее там, где ее никто не найдет. А ведь я оставил его там. После его казни, а он был убит 29 марта 1977 года, я собираюсь прикинуть, что, вероятно, прошло от полутора до двух с половиной недель сразу после этого. Я не знаю точной даты, когда я оставлял один на наших местных клубах, где мы играли в карты, учились в школе, писали книги и все такое прочее. И все это было вскоре после полуночи, я думаю, около часа ночи, когда я вышел оттуда как похищенный, и меня отравили газом, бросили в машину и увезли. И меня допрашивали примерно, я не знаю, может быть день, полтора, неважно, так оно и было, даже два дня назад. Я даже не уверен, как долго они продержали меня в тот момент, потому что когда я пришел в себя, я был в довольно плохой форме. Но я прошел через очень жесткий допрос, и я знал, что это сделал не наряд. Потому что если там была какая-то точка, то они это убило бы меня. Так что я решил, что меня подобрало какое-то государственное учреждение. И им понадобились записи, книги и дневник Чарльза Николети. Но я так и не отдал им это. К тому же меня выбросили из сценария без машины. Мои ноги и руки до сих пор связаны за спиной. И меня подобрали в одном из пригородных городков к западу от Чикаго. Полиция нашла меня и забрала к себе. А потом эта семья была уведомлена, и они захотели отвезти меня в больницу. А я не хотел ехать в больницу. Я пошел домой, и в этот момент ко мне подошел мой помощник, и остался со мной как дома, потому что я не мог даже встать и дойти до ванны. Ему приходилось брать меня на руки и нести, куда бы я ни пошел. Вот в каком ужасном состоянии я был. И в этот момент моя жена уже подумала, что я мертв. Поэтому я ударил всех остальных в городе, когда меня подобрали и унесли таким образом. И как только у меня появилась возможность, я встал и убедился, что за мной никто не следит. Я пошел и откопал посылку. На посылке, которая была там, были документы секретной службы и этот пакет. Там был его личный дневник, в котором было много записей о том, что происходило с людьми, которые были убиты за эти годы. А еще там была карта, которую мы с Джонни Расселли получили тем утром в Форт Уэрте. И человек, который, как предполагалось, был Джеком Руби. Когда мы встретились за там, он получил этот пакет, и там была эта карта. И я уничтожил это в тот момент, потому что тогда я понял, что кто-то действительно охотится за ним и хочет его. Но она вела дневник Николин? Да, он все еще у меня. Не могли бы вы рассказать мне что-нибудь о его содержании? Нет, я не буду вдаваться в подробности, потому что мы вовлечены в организованную преступность, и я не сделаю ничего, что могло бы причинить вред кому-либо в этой отрасли. Таким образом, единственное, что я вижу здесь, это то, что Чарльз Николетти жив так что это Джонни Расселли и Сэм Джанкона. Я не могу причинить ему никакого вреда, но я никогда ни за что не посажу человека в тюрьму. Я бы сейчас никого не отдал за свою свободу. Именно так я и поступаю. И именно так я буду жить и умру, придерживаясь этого стандарта. Джимми, ты всю свою жизнь жил среди смертей и преступлений. Как ты относишься к смерти? А как я отношусь к смерти? Для меня это просто еще одно новое приключение. Не пойми меня неправильно, я не спешу умирать. Но когда придет время, я приму это. И я несколько раз в своей жизни сталкивался со смертью. Ко мне приходили люди из полиции, представляли пистолеты к моей голове и угрожали убить меня. А я посмотрел им в глаза и приказал стрелять. И еще парочки из них я сказал, что у них не хватит смелости выстрелить. И еще парочки местных копов. Они пришли ко мне домой однажды ночью, окружили мой дом и вытащили меня оттуда. После работы мы устроили драку на переднем дворе. Они отвели меня к железнодорожным путям, а потом отвезли в участок. Отвели меня к железнодорожным путям, вытащили из патрульной машины в наручниках, приставили пистолет к моей голове и сказали: Ты кусок дерьма, мы тебя не забирали, и мы собираемся убью тебя. И я сказал ему, что у тебя не хватит смелости сделать это. Очевидно, они этого не сделали. И они взяли меня к себе. Моя жена ждала меня в участке предварительного заключения. Там были адвокаты, и примерно через 45 минут меня отпустили. Джимми, есть ли еще что-нибудь, что ты хотел бы сказать от всего сердца о том, что произошло в твоей жизни, и особенно о номере 63? Есть ли что-нибудь, что ты хотел бы добавить или сказать лично? Нет. Я прожил хорошую жизнь, сделал много всего, больше, чем, вероятно, любой из 100 мужчин. Но я прожил свою жизнь и не могу оглянуться назад и сказать, ну что же, я бы изменил это, или я бы изменил то, потому что я бы этого не сделал. Как ты думаешь, что люди подумают, когда увидят это интервью по телевизору? Я думаю, что большинство из них мне не поверит. Откуда нам знать, что это правда? На самом деле нет никакого способа доказать это. За исключением того, что, как я уже сказал, некоторые люди подтвердили многое из того, что я вам сказал. У вас были люди, которые сотрудничали с вами, и все, что я вам говорил, и так далее. Так оно и было. Это можно было бы скопировать и проверить в файлах ЦРУ и ФБР. И я хочу прояснить одну вещь. Я ничего не сообщил тебе об организованной преступности, о том, что они когда-либо делали. И я никогда этого не сделаю. И я не являюсь членом организованной преступности. Я никогда не был членом, но у меня было много близких друзей, связанных с организованной преступностью. Джим, где ты родился? Извини меня, но я завязал. Просто не обращай на это внимания. Я родился в январе 1942 года в Алабаме. Ты южанин. Мальчик южанин. Но меня забрали оттуда в очень раннем возрасте, и я рос ребенком на улицах Чикаго. И я люблю Чикаго. Я вырос в полностью итальянской общине. Когда мы только переехали сюда, я был единственным ребенком в квартале, который не говорил по-итальянски. Все говорили по-итальянски. Почти никто не говорил по-английски. Но я бегал вместе с ними. Мы наконец-то начали общаться. Я жил с ними в их домах, ел то, чего никогда не видел и о чем даже не слышал. А они приходили ко мне домой и ели то, о чем никогда не слышали. Например, такие блюда, как черный горошек, кукурузный хлеб, бисквиты, красноглазая подливка и тому подобное. Что касается меня, то мне очень понравилась пицца, паста, фрикадельки и все остальное. Я подумал, что это это было здорово, так что это было то, что нас объединяло, и мы все хорошо ладили. Поначалу мы не ладили, но они несколько раз избили меня и поняли, что меня нельзя обескураживать, и я продолжал бежать к ним. В конце концов, мы все стали хорошими друзьями и выросли вместе. И когда я был ребенком, я не думаю, что мне было больше 10 или 11 лет. Я помню, как субботним утром я сидел перед гастрономом, и один из в старые добрые времена сюда приезжали гангстеры, парни с великим человеком. Приезжали на этом большом старом ночном кадиллаке, и нас с моим маленьким итальянским другом там бы не было. Мы чистили колпачки на его машине и вытирали ее большими полотенцами. А потом он выходил и обычно бросал нам 5-долларовую купюру. В те времена это были большие деньги. И мы подумали, что могли бы заменить кого-нибудь просто потому, что знали этих людей. И по мере того, как мы росли, у нас самих становилось все больше проблем. Именно так ты в большей или меньшей степени втянулся в работу с другими людьми. Именно так более или менее люди узнали, что когда меня поймали, я никому об этом не сказал. И у меня была хорошая репутация за то, что я был известен в городе еще в раннем детстве, когда я рос подростком, водя быстрые машины и катаясь на мотоциклах. У меня была моя первая машина, но, по-моему, мне только исполнилось 14. Знал ли Чарльз Николетти о твоем опыте ведения войны и стрельбы? Да, он знал. Вот именно. Чтобы. Скажи это, начав с Чарльза. Чарльз Никл. Он был знаком с моим прошлым. Он наблюдал за мной в городе, пока я бегал вокруг машин и все такое прочее. Он знал, что я служил в армии. Он знал, что я знаком с оружием. И я вернулся из Лаоса. Я провел 90 дней в больнице, где проходил обследование. И в тот день, когда я вышел оттуда, меня нанял Дэвид Эдли Филлипс, который появился в тот день, когда я выходил из больницы. И мое первое назначение в агентство состоялось после того, как я побывал на съемках в Лаосе и оставил там свой след. Они подумали, что я могу быть полезен агентству в тот момент, и в то время я тренировал нескольких кубинцев. Именно тогда я впервые принял участие в операции в заливе Чаннел, заливе свиней. И после того, как все это взорвалось и пошло ко дну, и все испачкались в Калифорнии, испачкались в заливе свиней и тому подобном. Я некоторое время был дома и начал участвовать в гонках на акциях, машины. И мистер Николетти начал петь. Он наблюдал, как я участвую в гонках на автомобилях. И ты знаешь, что я был на высоте знал, что у меня есть оружие для участия. Но вначале его не беспокоило мое оружие. Он беспокоился только о моих водительских способностях. И я восхищался им, и для меня он был как человек, который ходит по воде. Я должен сказать тебе, что я люблю этого человека. Он был одним из двух величайших людей, которых я когда-либо знал. Что же он был за человек? Он был очень разговорчивым, воспитанным, тихим. Он не ругался матом. В этом человеке не было ни капли ни нормативной лексики. Я, наверное, слышал, как он ругался, может быть, всего два раза за всю свою жизнь, но это было ФБР. И они пару раз держали нас под наблюдением. И он вел себя очень, очень тихо, но в то же время был смертельно опасен. Можно сказать, что это как гремучая змея, только без гремучих змей. И ты никогда не знаешь, когда она собирается нанести удар. А что за парень был Расселли? Расселли был именно таким. Он был ярким, он много говорил, он слишком много болтал. Раньше они меня беспокоили, но он был одним из тех парней, которые любят блеснуть. Он сверкал деньгами и хорошо одевался. Мистер Николетти тоже хорошо одевался. Но мистер Николетти не блистал в том же стиле, что Джонни Расселли. Это такая же большая разница, как день и ночь. Джонни был шумным и хвастливым во всем. А что за парни были КМГ и Коннор? Кэм и Гэй Коннор были замечательными милыми стариками. Это был тихий дедушка для любого человека. Я имею в виду, что он был великолепен. Но, мальчик, если ты его разозлишь, это будет похоже на то, как если бы маленький бульдог Терьер вцепился в тебя. Он может просто растерзать тебя. Он был хорош. Я его очень уважал и все такое прочее. Но я этого не делал. Это Сэм Джанкона. Я на него не работал. Он никогда не отдавал мне никаких приказов, никогда не приказывал мне что-либо делать. Единственное, от кого я получал приказы, были два человека. Одним из них был Чарльз Николетти, и как я вижу, другой человек все еще жив, и я хочу его опознать. Что за парнем был Дэвид Этли Филлис. Дэвид Этли Филлис был классным персонажем, очень добродушным. Наверное, я заставил его пройти через многое, потому что вначале не мог понять его образ мыслей. Но в то время он часто говорил мне, что может убить больше людей с помощью пишущей машинки, чем меня убьют из пулемета, бегающего вокруг и пытающегося перестрелять всех на своем пути. Мир, я не мог в это поверить. Я не мог этого понять. И по прошествии времени я познакомился с Дэвидом Филлипсом и начал слушать его после того, как он схватил меня и пару раз встряхнул. Он заставил меня обратить внимание на то, что он говорил, и я задумался. Я понял, что у этого человека высокий рейтинг, что есть нечто большее, чем просто бегать с пистолетом. Вот тебе и психологическая война. А что ты можешь сделать с листом бумаги, написав газетную статью? Чтобы сбить с толку людей в разных странах, и даже здесь я имею в виду, это просто люди более или менее верят в то, что читают. Особенно, когда речь заходит о газете А теперь, когда они слышат об этом по телевизору, они по-настоящему проникаются этим А каким парнем был Ли Харви Освел? Ли Харви Освел, все считают его психом и все такое прочее Но этот человек был очень умным, у него был очень высокий IQ Он был очень тихим и эгоцентричным Ли Харви Освальд не был хвостуном Он не был тусовщиком Он не бегал по пьяни, не посещал кабаре и ничего подобного Ли Харви Освальд вел очень замкнутый образ жизни и для людей очень часто то, что они говорят о нем, является абсолютно неправдой. Тебе придется это сделать. Как ты думаешь, Джимми, его роль заключалась в том, что он был на площади в тот день? Я думаю, что его целью было подбросить улики, чтобы ввести всех в заблуждение. И я не верю, что Ли Харви имел хоть малейшее представление о том, что его жизнь находится в опасности. Как ты думаешь, сколько выстрелов он произвел? Ли Харви Осли ни разу не выстрелил. Судя по инъекции, кто-то должен был стрелять с шестого этажа. Был ли там с ним еще кто-нибудь или ты знаешь? Насколько это возможно? Там наверху никого нет. Я даже не знал, что там был Лихар и Освелл. А теперь, когда ты стоишь в таком месте, трудно понять, откуда доносится шум. У тебя есть эхо, у тебя есть все эти люди. Извини меня, но твой звук приглушен. Но на данный момент я даже не знаю, находится ли Харви Освелл в здании Техасского книгохранилища или нет. На тот момент я даже не знал об этом. В последний раз я видел его позавчера. Откуда ты знаешь, что он не стрелял? Я просто не верю, что он бы этого не сделал. Ли Харви Освальд, как бы его ни называли наемным убийцей, я не верю, что он им был. Даже когда он служил в морской пехоте, у него был маленький платок над губой. Его ранили прикладом винтовки. У него там остался небольшой шрам. Но Ли Хартвелл был не из тех людей, которые бегают вокруг и убивают кого попало. Ты когда-нибудь замечал, был ли он левшой или правшой? Я никогда не обращал на это особого внимания. Он никогда не стрелял из оружия в моем присутствии и мы никогда не садились за стол и не писали вместе никаких писем. Когда он садился за руль, говорили, что он не умел водить, но Ли Харви Освальд умел водить. Возможно, у него и не было водительских прав, но этот человек умел водить. Он даже водил военные грузовики. И давайте посмотрим правде в глаза, любой работающий, любой, кто работал в одном из американских БИП, особенно в Японии, где он работал, не имеет права таким образом. Эта страна собирается выдать им визу для поездки куда угодно, даже рядом с Россией. И они фотографируют каждого мужчину, входящего в посольство Мексики и выходящего из них. За всеми вашими посольствами ведется наблюдение. Мы наблюдаем за ними, а они наблюдают за нами. Тогда, вчера и даже сегодня, они никогда не переставали следить друг за другом. Никто не может проникнуть в другое посольство незамеченным. Они находятся под постоянным наблюдением. Если у тебя есть высший уровень допуска к секретной информации, как у Лихарви Освальда, ты просто не прыгаешь в самолет и не летишь рейсом другой страны. А особенно для того, чтобы приехать в эту страну, если только кто-то не это спроектирован и настроен так, чтобы вы могли пойти и передать эту информацию. Я никогда не узнаю, почему Ли Харви тоже поехал в Россию. И лично я никогда не спрашивал его об этом, когда мы были знакомы. Раньше у них был общий офис, и любопытство сгубило кошку. За всю свою жизнь я никогда не был любопытным. Я никогда не спрашивал людей, с кем они имеют дело и что они сделали. Что ты думаешь о своем месте в истории? Я даже не хочу, чтобы меня запомнили в истории. Почему? За что? Я никто. Кто я такой? В этом нет ничего особенного. Я проделал большую работу. Этот человек убил Джона и в Это не обязательно. Я ударил его спереди. Ему тоже выстрелили в спину. Я был всего лишь одним из тех двоих мужчин. Но ведь были убиты и другие деятели, другие политические деятели и люди из других стран. У нас в стране убивали гангстеров. Я никогда не выбирал людей, которых нужно убивать. Кто-то другой выбрал Джона Кеннеди для убийства. Независимо от того, был ли убит политик или кто-то из толпы, я никогда не выбирал людей. Скажите кому-нибудь другому, что они были неправы, что они поступили неправильно. Просто выполняйте приказы. Для меня это было все равно, что вынести мусор. Это хорошая фраза. Думал ли ты когда-нибудь о том, что если бы ты не выстрелил, Освальд, возможно, был бы все еще жив? Как правило, это не так. Для меня это не имеет значения, но если бы я не выстрелил, Кеннеди был бы мертв. Убит в любом случае, потому что последний выстрел Николети попал ему, по сути, в левую часть черепа сзади, чтобы выдвинуть голову вперед. Так что, по сути, он был бы убит в любом случае. Но я ждал до последнего момента, до того, как Жаклин Кеннеди оказалась бы на линии огня. Если я не воспользуюсь этим сейчас, я потеряю свой последний шанс подлить масло в огонь. Тогда я вообще не буду стрелять. И потом, если бы Николетти не выстрелил, и никто из нас не был уволен, он, возможно, остался бы жив. Тогда работа не была бы выполнена. Можешь ли ты точно показать мне пальцем, куда ты стрелял в президента Кеннеди? В чье лицо ты стрелял? В свое лицо? Просто сделай мой выстрел, понимаешь? Ну что же, для меня было бы лучше смотреть на этого человека слева от него. Но если ты сидишь на его месте, то это будет справа от него. И пуля попала бы ему прямо в голову. Он бы вошел сюда и вышел через заднюю дверь. И в этот момент я бы определил, что от удара у него осталось 60% черепа на затылке. Как ты можешь это измерить? Ну что же, если ты выстрелил нескольким людям в голову, а я был известен своими выстрелами в голову, то не только по этому поводу, но и по я говорю о том, что было до этого, и о том, что я делал на службе. Через некоторое время ты начинаешь понимать, что в глубине души ученый может приблизительно определить, чего не хватает. Джимми, а как же все твои годы на службе и все виды деятельности, в которых ты участвовал? Моя военная служба была не такой уж долгой, но через некоторое время мое сотрудничество с правительственными учреждениями стало чрезмерно напряженным. За все эти годы, проведенные в организованной преступности, участвуя в смерти, убийствах, оружии и так далее, ты хоть представляешь, сколько людей ты убил? Да, но я не скажу. Это не имеет никакого отношения к делу. Единственное, что ты услышишь из того, что мы говорим о смерти в основном на данный момент, это Джон Фуд Кеннеди. Остальные присутствующие здесь люди не имеют никакого отношения к этому делу. Я даже не хочу это обсуждать. Мне жаль, что я попросил проявить хоть какой-то человеческий интерес. Ну и все такое прочее. Я знаю, как я уже сказал. Я даже не хочу приводить эту цифру. Это не значит, что я что-то имею в виду. У меня есть только один человек, который может судить меня. И это произойдет, когда я умру. Джим, ты веришь в Бога? Ну что же, говорят ли они, что я верю в это или нет, я не знаю. Думаю, я бы так и поступил. Потому что каждый раз, когда я попадал в Беду, я часто опускал глаза и говорил: о Боже, помоги мне выбраться из этого, или помоги мне с этим покончить. Так что, по сути, я ловил себя на том, что молюсь Богу, вероятно, несколько раз, когда Он был мне нужен. Но, как я уже сказал, я верю, что есть нечто большее, чем просто жизнь. Я не говорю, что верю в Рай и Ад. Я просто говорю, что верю, что есть еще один уровень обычного леса, так что мы все собираемся на воскресную службу. Однажды по телефону ты сказал мне, что две величайшие лжи в мире это религия и история. Да. Не хочешь ли поподробнее рассказать об этом? Ну что, история была изменена на для кита, на образ жизни людей, как бы это сказать. Если ты оглянешься назад и изучишь большую часть нашей истории, то обнаружишь, что многие наши великие дела были спровоцированы нами самими, и мы скрывали это, и выставили это так. Будто нас ущемляют в наших правах на гуманитарные цели, свободу и демократию. И поэтому, когда ты отказываешься от этого баннера, всю свою жизнь я верил в маму и папу Ральфа, в американский образ жизни, свободу и демократию. Но события последних лет, особенно в начале 70-х, Начали сильно менять мой взгляд на вещи, потому что я видел, как люди подвергались насилию, жестокому обращению и убийствам. Только потому, что они что-то знали, а не потому, что у них была неправильная политика, или они пытались подвергнуть опасности эту страну. Извини меня. Но из-за религии погибло больше людей, чем во всех войнах, которые у нас когда-либо были. Люди умирают каждый день во имя религии. С самого начала все было именно так, а сейчас все наоборот. С тех пор ничего не изменилось. Потому что все хотят сказать, что религия одного человека лучше, чем религия другого. А ирландцы там воюют друг с другом из-за мусульман, сербов, казийцев, кого угодно. Всегда найдется кто-то, кто захочет убить кого-то из-за их религии, из-за Бога. И все же они говорят, что есть только один Бог. Но я не хочу снова углубляться в Библию, пока это не приведет к появлению слишком большого количества других вещей, и по крайней мере к появлению одного продукта за другим. Но я стараюсь держаться подальше от религии. Я стараюсь держаться как можно дальше от истории. История интересует меня только в том случае, если я еду в другую страну или собираюсь что-то сделать, мне хочется почитать о них и узнать об их культуре. Я хотел узнать, во что они верят. И меня не интересовало начало их жизни. Я всего лишь хотел узнать о последних 10, 15, 20 годах, о том, как управлялось их правительство и какова была их политика. Это все, что меня интересовало. Или какая религия была самой сильной в этой стране, и как я мог справиться с этой ситуацией. Потому что, зная эту страну, я мог бы узнать больше, чем от того, что все говорили мне, что они думают по этому поводу. Джимми, если бы сегодня было 22 ноября 1963 года, и ты прямо сейчас стоял на площади Дели Плаза, ты бы снова убил президента. Если бы у меня был приказ, или если бы меня попросили помочь, я бы поступил так же, как всегда. Я бы выполнял приказы. Я никогда не нарушал приказов. Хорошо, сделай паузу. Я думаю, у нас все получится. Я думаю, мы можем заканчивать. Я не могу об этом думать. Что касается Джона Ф. Кеннеди, то несмотря на то, что он был президентом, сегодня все говорят нам, каким великим человеком он был. Но тогда, когда я был там и видел то, что происходило во время Карибского кризиса и всего остального, никто на самом деле не знал, каким великим человеком он был. Мне тогда нравился Кеннеди, которого я смог найти. Всем, с кем я разговаривал, он не нравился. Как я уже сказал, у меня были свои личные причины для поездки в залив свиней. Но есть и другие люди в армии, в секретной службе, ФБР, для всех. Я имею в виду даже для окружающих его людей, даже для его собственных сотрудников, потому что он был таким. Как я уже сказал, я не буду вдаваться во все его дурные привычки, но насколько я знаю, этот человек никому не нравился. Но все же сегодня нам говорят, каким великим человеком он был. Но это всего лишь история, и только потому, что он был президентом Соединенных Штатов. И никому не нравится признавать, что мы совершили ошибку. Знал ли ты или кто-нибудь из твоих друзей, Николь Розелиан, а Мэрилин Монро и Джонни Кеннеди? Я не знаю, знали ли они об этом или нет. Я никогда не спрашивал. И опять же, что касается других людей в Бобе, таких как Мэролин Монро и всех тех историй, которые рассказывали люди, то мы сидим сложа руки и куда-то идем. Как только мы с мистером Николетти что-то сделали, это стало историей. Это было вчера. С тех пор мы никогда об этом не говорили. Эта тема больше никогда не поднималась. Именно этого он и хотел, учитывая его образование и его убеждения. И как я уже сказал, я хотел пойти по его стопам, потому что очень сильно верил в этого человека. Я боготворил этого человека. В то время он говорил о Боге. Тогда он был моим Богом. Я мог бы сказать, что он ходил по воде. А Николетти тоже работал на маму и ЦРУ в разных случаях. Мистер Николетти был связан исключительно с организованной преступностью. Что касается ЦРУ, то Джонни Расселли был посредником между мафией и ЦРУ. Николети разговаривал с ним несколько раз. Но вот что у меня есть. Николети убили, по-моему, когда он начал разговаривать с ЦРУ или секретной службой, или с кем бы то ни было, кто с ним разговаривал. И ему перезвонили. Потому что, я думаю, они убили его за день до этого. Он должен был появиться на слушаниях в новом комитете по разведке, или что там у них там было. Потому что кто-то боялся, что он заговорит. А потом у меня разбилось сердце, когда кто-то сказал мне, что мистер Николети проболтался и что он был грязным. Потому что мне было трудно в это поверить. И я всегда думал, что если бы мистер Николетти был грязным, и если бы он предавал людей, я бы подумал, что он отдал дневник «Вставай». Он мог бы заключить сделку, чтобы спасти свою жизнь, а также обеспечить безопасность и покровительство. Но он этого не сделал. Он умер. И мы знали, что в то время у него были большие неприятности. Я действительно не понимал всей глубины этого. Потому что не верил, что этот человек мог кого-то выдать. Так вот, я не знаю, кто убил мистера Николети. Я не знаю, сделала ли это организованная преступная семья. Или я не знаю, убило ли его правительство. Я понятия не имею, кто его убил. Как я уже сказал, если бы я знал, поверь мне, я бы выслеживал их и умер бы, пытаясь это сделать. Найдите людей, которые схватили мистера Николети. Значит, правительство США будет убивать людей. Это определенно так. Скажи это: правительство США будет убивать людей. Это определенно так. У нас нет никаких проблем. У нас нет никаких вопросов. Он не единственный, кого они убили. Но если они убили Николь, я не знаю наверняка. Я не знаю, кто убил его. Но если бы я не знал, я бы приложил все усилия. И есть только одна вещь в моей жизни, которой я когда-либо боялся. И это провал операции, к которой я приступил. И я могу сказать, что люблю мистера Николетти не как мужчину и женщину, а как протеже. Как отец, как брат или кто-то еще. Но для меня, как я уже сказал, он был моим богом. Он ходил по воде. Когда ты выходил из Дили-Плаза из-за того забора, кто-нибудь пытался здесь остановиться? Кто-нибудь тебя о чем-нибудь спрашивал? Или кто-нибудь видел, как ты стрелял? Тебе кто-нибудь что-нибудь говорил? Когда я выходил из Дили-Плаза, никто не пытался меня остановить. Примерно в 20-25 футах от меня находились двое полицейских, которых кто-то остановил, представившись агентами секретной службы. Я слышал часть разговора. Я не оглядывался через плечо. Я не убегал. Я не стоял без дела. Я просто открыл естественные ворота и направился к выходу. Это похоже на то, как бизнесмен уходит с обеда. Читай, рэп. Ты можешь придумать что-нибудь еще, что хотел бы добавить, братан? Трех деятелей организованной преступности, которых Джеймс и Файлс называется участниками убийства президента Джона Ф. Кеннеди, постигла следующая судьба. В июне 1919 года 75-летний Сэм Джанкона должен был быть доставлен в Вашингтон, округ Колумбия, для дачи показаний перед специальным комитетом Сената. По данным разведки, пять дней спустя он был застрелен в своем доме. В 1976 году Джонни Расселли дал совершенно секретные показания перед комитетом. Вскоре после этого, прежде чем его смогли вызвать для второго допроса, он был зверски убит в Майами. Убийство Розелли послужило поводом для создания специального комитета Палаты представителей США по расследованию убийств. В 1977 году комитет объявил, что пригласит Чарльза Николетти. Николетти был убит вскоре после того, как комитет объявил об этом. 29 марта 1979 года комитет Палаты представителей пришел к выводу, что смерть президента Кеннеди, вероятно, была результатом заговора. Джеймс Файлз продолжает отбывать оставшийся срок своего 50-летнего заключения за стрельбу в полицейского в Джолите, штат Иллинойс. На момент публикации этой статьи он должен отсидеть оставшиеся 43 года. ФБР официально отклонило признание файла как незаслуживающее доверие.